А вы знали, в 1894 году именно в этот день был открыт самый знаменитый лондонский мост – Tower Bridge? Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта Вест-Энд, британской столицы, встал вопрос о строительстве новой переправы – восточнее Лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Июня 1894 года мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его стальным скелетом в каменной рубахе. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.